Привет! Здесь можно получить подсказки на совместимость знаков для любви или финансов со знаком зодиака Весы. Если вы относите себя к знаку зодиака Весы, здесь будет для вас очень много полезной информации. А также будет обязательно полезно для вас смотреть, если вы относите себя к другим знакам. Это карты Симбалон, и они проходят как учебник по астрологии. Давайте я вначале посередине определю. Здесь 12 карт и соответствие весов со всеми знаками. Если вы относитесь к весам, и ваш любимый человек тоже весы, вот эта карта, ее символизм здесь описывает без слов, да, как это будет между вами. И между вами, конечно, будет праздник, красиво очень, красивые отношения. Почему? Потому что если люди действительно частички одного и того же, это, скорее всего, одинаковая стихия. Не обязательно одинаковые знаки, но одинаковая стихия. И, конечно, весы, воздушный знак, оба компаньона, то есть партнеры по любви или по бизнесу, относятся к воздушным знакам. Знакам им легче всего договориться с друг другом, потому что они видят мир с одинакового угла, как бы, да. Обзор мира вот у них одинаковый, картинка мира похожая, они одинаково мыслят, и цели у них часто общие, или же даже достижение цели часто одними и теми же методами. Поэтому если вы вот и ваш партнер или партнерша весы, это счастливый брак, это красивые отношения, брак или партнерство. Красивые отношения, где вот оба танцуют под одну и ту же музыку, да, можно сказать, под один и тот же ритм. А вот головной мозг, менталитет работает очень похоже. Одинаково не бывает ни у кого, конечно. Астрология о том, что все мы люди разные. Чтобы понять себя и других, астрология помогает этому и дает нам понимание, что не нужно никого пытаться переделать, да и себя тоже, нужно себя просто понять. И это очень красивый тандем. Вы счастливые люди. Вы счастливые люди, если вам повезло, и вы в отношениях с тем же знаком, к которому вы относитесь. Если какие-то противопоказания, я бы сказала, вообще нет. Может быть, слишком близко друг к другу можете подойти, и это утомляет. Каждый человек должен иметь пространство для себя лично. И может быть, слишком близко, может утомление быть. Поэтому иногда нужно так от друг друга отодвигаться, да, и позволять себе и партнеру какое-то время дня или недели находиться с собой, если это есть желание на это. Но не обязательно, есть такие люди, которым это и не нужно, они прекрасно в паре все время, а есть такие, которым нужно время для собственной жизни, так внутренней, да, своей, без других людей. Это уже зависит от темперамента и зависит от других знаков, что, вернее, какие у вас планеты, в каких знаках, в натальной карте. Потому что, несмотря на то, что есть какие-то общие характеристики, конечно, главное – индивидуальность человека. Астрология, она очень сильно отличается от другого видения мира, что в астрологии понимание такого человека – это феномен, это индивидуальность, и индивидуальность важнее, чем массы, потому что масс не существует людей. В массах все равно, в любом случае, там, например, масса 10 тысяч людей, и это 10 разных индивидуальностей. Нужно вот уважать индивидуальность, это астрология. Вот здесь вот такая индивидуальность, что люди умеют договориться, потому что они относятся к одной стихии. А я буду идти по зодиакальному кругу и выкладывать все карты. Следующий знак по зодиакальному кругу – это Скорпион. И я сейчас возьму карту Скорпиона, и мы поговорим немножко на эту тему с вами. Где у нас здесь Скорпион? Вот так. Вот такая картинка. Может быть, когда вы смотрите на эту картинку, у вас возникает какой-то образ, да? Может быть, она вас пугает. Если она пугает вас, может быть, вы были в подобных отношениях, когда вроде все хорошо, и вы прекрасны, он прекрасен, но как-то вы пугаете друг друга. Между вами есть страх, между вами есть такое чувство, что и он, и вы имеете тайны, и трудно смириться с тем, что вы не знаете, что там вот за этой потаенной тайной дверью, да. Скорпиону свойственно, конечно, быть человеку очень рисковому. Этот
тип личности, он яркий, он очень-очень яркий, страстный и любящий рисковать, и духовный очень, но страстно духовный, не боящийся ничего. А весы, они сомневаются, они часто любят так, чтобы, может быть, наоборот, не углубляться вовнутрь страхов. Они любят углубляться, конечно, в эмоции и так далее, но там, где страшно, весы не идут, они как бы понимают эту грань, через которую они не хотят переступать для сохранения себя, своей целостности. И я скажу, что все, что для вас характерно, и то, что вам удобно, то правильно, да. Вот для скорпионов удобно, например, иметь вот такую экстремальную какую-то жизнь и менталитет. Для весов удобно быть примерно вот серединка на половинка, да, вот так вот в центре, когда эквилибриум какой-то достигается. Но весы никогда не могут этого достичь. Они желают эквилибриума этого, но не достигают этого практически никогда. И здесь люди друг друга не совсем понимают, но это не говорит о том, что они не могут быть вместе абсолютно. А скорпион – стихия вода, и весы – стихия воздух. Вода и воздух – это хорошо, потому что воздух, он помогает воде быть свежей, да. И, конечно, обмен, водообмен в природе, пар, вода, лед, вот это связано тоже с воздухом. Правда, в воздухе много воды есть. И здесь такая вещь, что вода, она холодная и мокрая, а воздух, он теплый и мокрый. Вот разница с этим, что скорпион, он может быть слишком горяч. Это не то, что люди холодные, безразличные. Это совсем другой, это алхимический состав. Скорпион может быть слишком горяч для весов, а весы могут быть немножко холодны для скорпиона в этом понятии. Вот, а вообще так, если люди поймут эту разницу, они, конечно, могут уже жить друг с другом. Но скорпион может пугать весов своей необычностью, своей какой-то, знаете, вот такой дерзновенностью, что ли, потому что скорпионы дерзкие люди, а такие люди тоже нужны, все люди нужны в природе, вот в чем дело. Может весов пугать эта дерзость, да, такая непредсказуемость, что ли, скорпиона, может пугать весов. А для скорпиона весы могут быть слишком чувствительны. Например, на весов может влиять буквально любой элемент в природе или в людях. Весы устают от общения, очень устают от общения, потому что они постоянно сравнивают, вот как идет. А скорпион, он менее вот такой чувствительный в общении, он более чувствителен в другом, вот в своей этой смелом проявлении. Поэтому эти люди тоже возможно жить вместе, но немножко трудновато в этом плане. Темные такие отношения могут быть, недопонимание. Если здесь полное понимание, то вот здесь недопонимание друг друга. Посмотрим стрелец. Если у вас пара такая тандем со стрельцом, я советую смотреть все видео, потому что чем характеризуется вообще психическое здоровье? Когда мы интересуемся жизнью и другими людьми. Не для того, чтобы их там закритиковать или же осудить, или же воспользоваться ими, а когда нам просто интересен феномен другого человека. Это психическое здоровье, конечно. В астрологии это дом близнецов или знак близнецов. То есть умение контактировать и вся радость в социальных контактах, и умение тоже посмотреть, интересно, как другие живут. Да? А это психическое здоровье. Если человек только концентрируется на себе, его весь мир не интересует, это психическое нездоровье. Поэтому я рекомендую нам всем немножко интересоваться другими. Поэтому все видео, если посмотрите, вы себе сделаете плюсик, потому что вы узнаете больше о других, а значит, станете успешнее. Да? Когда мы понимаем других, мы себя обычно лучше продвигаем. Ну и так далее. Я не устаю повторять, если я сделала все видео, и человек посмотрел только его часть, это, ну, как бы неправильно. Если уже решили, смотрите, не решили, не смотрите. Вот такая вещь. Если вы весы, а ваш любимый человек или же финансовый партнер стрелец, видите, вы идете в одном направлении. Это, кстати, символон, колода так и называется, символон. Вот эта карта называется символон.
Здесь идет речь о том, что очень хороший тандем. Потому что вот эта мудрость весовская и мудрость стрелецкая, она очень созвучна, да. Это вот могут быть единомышленники, если вы муж и жена или там партнеры, но вы тоже единомышленники. И такой союз самый лучший. Вот даже вот такой, не такой хороший, как здесь. Поскольку вот это умение идти в одном направлении, умение быть друзьями, не только любовниками, это дорогого стоит. Всем нужны друзья. И лучший друг, конечно, это партнер, если это возможно. С точки зрения алхимии, стрелец – огонь, а весы – это воздух. Воздух помогает огню гореть еще больше. То есть это друг другу помогают люди реализоваться. Это любовь в современном понимании. Когда люди не идут друг к другу, как здесь, глаза в глаза, и весь мир мы не видим. А когда люди идут в одном направлении, но каждый, тем не менее, идет своей дорогой, но им просто по дороге, им просто вместе по дороге. Это очень хороший тандем. Вам повезло. Дальше мы будем смотреть козерогов. Вот смотрите, здесь тоже темная карта такая, вдовья, как бы, да. Но карта только, без слов только немножко объясняет, конечно. Я тоже говорю только самые главные слова. А вы можете потом, со временем, вот вы поймете, да, потому что очень главное, чтобы кто-то сказал вам самые главные слова. Я делаю эссенцию, самые главные слова говорю. И стараюсь делать это лаконично. А потом вот понимание придет уже ваше собственное, потому что у вас есть собственная мудрость, которая вот эти главные слова, она расшифрует. Расшифрует вот понимание и такую целую энциклопедию вашего собственного понимания. Так вот, если вы весы, а ваш любимый человек козерог, или же наоборот, да, в основном здесь так, что плохо здесь? Вот печаль, да, потому что для весов главное не эмоционировать. Опять, эти люди очень устают от эмоций, поскольку у них постоянные эмоциональные качели, где вот найти средний путь, когда удобно, когда хорошо, они все время колеблются, и им нужен какой-то толчок, нужен светлый человек, да, скорее всего, вот как здесь и здесь. А козерог, он сам в себе, он сам в своем духовном пути. Козерог – это очень духовно-земной знак, где человек знает, чего он хочет. Козерог всегда знает, чего он хочет. И для него вот реализация в земной жизни – это и есть наивысшая духовность, как в зен-буддизме. Это здорово все, да, в работе медитируют люди, они сидят просто. Да, вот зен-буддизм – это когда люди работают, и там кайф, что-то делают, они сидят просто, вот как в другом буддизме, там просто сидят, как у них ноги, руки отвариваются от того, что они не двигаются совсем. Вот так вот духовность козерога такая, действенность, да, ну и весы очень действенные. Но козерог, он не заморачивается эмоционально, он эмоционально очень стабилен обычно. А потому что он знает, куда он идет, зачем он это делает, у него все по полочкам. У весов никогда не бывает по полочкам, они каждый день новые, они каждый день сомневаются, всегда разные. И это сложный тандем, потому что на самом деле весам было бы хорошо научиться этому у козерогов, но они этого не могут не видеть. Мы, кстати, вот не можем увидеть в другом человеке то, что нам нужно часто, да, мы часто видим в другом человеке то, что мы не любим в себе, а вот, понимаете, весы не любят в себе однообразие, они вообще не любят однообразие, и они замечают это однообразие в козероге, вот, по иронии судьбы. Они видят в козероге другую яркость, другую силу, эту духовную силу, внутренний стержень. Они не видят это в козероге, потому что они в себе не любят эту обыденность. Они хотят быть новыми каждый день. Это их такой кредо, это их мейкап психологический. Поэтому они не могут увидеть в козероге то, что им бы помогло. И дело все в том, что так оно и есть на самом деле, да. Когда мы сможем, тогда это наш on your own terms. Это когда мы действительно созреем к этому, и никто не может нам помочь созреть к этому. Человек может только помешать своей критикой и так далее. Я не хочу сказать, что козероги критичны ни в коем случае, но бывает так, что весам кажется, что козероги критичны. Вот здесь такая легкая вещь, да, несовпадение. Земля и воздух. Земля
она сухая и холодная, а воздух теплый и мокрый, несоответствие алхимическое очень сильное. И поэтому весам очень трудно с козерогами жить, да. Они чувствуют себя одинокими и неинтересно, вот так можно сказать. Может быть, но не всегда, не у всех, я еще раз повторяю, ведь у вас есть другие тоже признаки в натальной карте. Все люди в любом случае разные. Это самые главные характеристики. Так, будем водолея смотреть. Водолейчик у нас где ты? Где ты? Вот он. И у водолеев вот такая картинка, можно посмотреть и понять ее без слов. Здесь такое освобождение, да, идет свобода, и друг другу желают добра, и каждый один на земле, другой в небе, и так хорошо, может быть, да. А водолей, он, конечно, весь вот такой небесный, он как бы общедоступный, он видит общую картину. Он такой мастер, который свободу любит, да, свобода самое главное, не зря дали Уран ему как сигнификатор в наше популярной астрологии, опять же повторюсь, в традиционной астрологии, которая основана на опыте древних, да, то есть она уже проверенная, традиционная астрология, там, конечно, Сатурн покровительствует Водолею, потому что Сатурн сигнифицирует такой натуральный закон природы, Бог как натуральный закон. И в двух словах, Козерог – это натуральный закон на Земле, а Водолей – натуральный закон в небе, то есть космический. Поэтому Сатурн дан. Но это я уже делаю свои выводы как профессиональный астролог. Весы, они кажутся тебе земными в сравнении с Водолеем. Понимаете? Земные, потому что весы что? Это металл, да? Металл. А водолей это, конечно, созвездие, правда? Тоже, ну, весы тоже созвездие, но водолей созвездие это тот виночерпий самого Зевса. То есть это человек, который черпал вино, да, виночерпий самого Зевса. А весы это тоже созвездие, но это металлическое созвездие. Поэтому по сравнению с водолеем весы чувствуют себя на земле. Конечно, оба воздушные знаки, что там говорить, эти люди могут договориться. Они уважают друг друга свободу. Это могут быть свободные отношения в паре, когда не он и она не держат друг друга, а позволяют быть самим собой. И, конечно, когда мы пробуем удержать партнера, он, скорее всего, не будет с нами. Когда мы даем ему свободу, он, скорее всего, будет с нами. Это вот этот случай. Понимаете? Никого не нужно удерживать. Удержать нужно себя в интеграции, потому что себя трудно интегрировать. Мы так много тратим времени, пытаясь фикс или помочь другим. Это неправильно. Другими нужно интересоваться и уважать разницу. Но помочь нужно только себе. Другим помогать, особенно если не спрашивают, вообще нельзя, это только мешать. Ну, а даже если спрашивают, помочь другим – это очень деликатная вещь. Нужно понимать, что можно и навредить, потому что мы четко не знаем, что нужно другому человеку. Он сам должен себя найти в нашем присутствии. Это хорошая помощь. Это очень хороший тандем, одна стихия. Это когда люди понимают друг друга с полуслова, и они оба свободу любят. Свободу. Ну вот весы, конечно, более неуверенные здесь по сравнению с водолеем. Водолей точно знает, что он свободный, он любит всех одинаково, кстати, своих и чужих, поэтому с водолеями трудно вообще жить. Но весы, они все-таки не уверены в себе, им нужна поддержка. Где-то, которого водолей может им не дать. Вот здесь такая вещь. Дальше будем смотреть на рыбы. Если вы относите себя к знаку зодиака рыбы, или же весы, и вот такое партнерство. Посмотрите здесь, что изображено. Вот это, когда вот может быть брат и сестра, да, здесь намек на это, здесь намек на близнецовое пламя, здесь намек на рыбы, как по греческой мифологии, когда за ними гналось чудовище за влюбленными, и они прыгнули со скалы и попросили Бога, чтобы никогда не разлучаться. Бог сковал их цепями, и они вот в вечность вместе, и это плохо, это тяжело, это кармическая нагрузка. Так вот здесь, в этой ситуации, рыбы, они вот такие, да, им сложно вместе
и сложно по отдельности. Они переживают такую трансформацию, что вот то, что они просили, им дали, но это не то, что им нужно. И у рыб часто бывает вот такая иллюзия, да, когда они прыгали со скалы, иллюзия была, что мы так любим друг друга, Бог сделай нас цепями вместе, потому что ну, мы в океан прыгаем, и, а вдруг мы потеряем друг друга. Это была иллюзия, конечно, это была ну, неправильная просьба Богу. Ну, здесь я мифологию привожу как философию вам в пример. И вот рыбы с таким чувством всегда живут. Они в иллюзорном мире немножко в таком подводном, да, где на самом деле ему там очень комфортно, потому что вода – это стихия, как внутриутробные воды матери. Вода – это очень комфортная стихия. Им комфортно в своей воде иллюзии, да, им комфортно. А весам вообще не комфортно в иллюзиях, они им нужно точно знать. Причем им нужно точно знать каждую секунду из жизни, что нужно подправить. И здесь недопонимание, здесь может быть проблема в этом. Вода и воздух, конечно, воздуха много в воде, еще раз повторяю, эти люди могут договориться, у них есть это тонкое такое эстетичное понимание жизни. Рыбами управляет не только Нептун, но самое главное, что им управляет Юпитер, они оптимисты большие. Весы часто не оптимисты, они сомневающиеся люди, да, поэтому рыбы помогают весам, как бы дают им возможность как-то поверить больше в жизнь, в себя, но и в то же время раздражают, рыбы раздражают весов своей вот такой слишком хрупкой любовью где-то, вот не такой мужской, а какой-то, может быть, фантазийной, эфемерной. Здесь может быть такое несоответствие, чуть ли не брат и сестра, где-то вот так, да. Вот, а на самом деле это больше дружеский союз, чем любовный такой, я бы сказала. Ну, во всяком случае, он может долго быть. Он может долго быть. А дальше мы посмотрим Овен. Овен, весы и Овен. Такая вот интересная, очень говорящая картинка. Символы, конечно, говорят больше, чем слова, намного. Поэтому я показываю символы крупным планом. Вы поймете символ подсознательно. Вот смотрите, здесь, конечно, недопонимание, да, потому что Овен, естественно, он импульсивный, он яркий, он такой воин, который, ну, завоевал и разрушил, а собирать все вместе будет кто-то другой, да, а весы не готовы, это же не дело, они не готовы собирать все вместе, они готовы посмотреть на это критично, подумать, что не так. И тоже, кстати, дать коррекцию свою. Но Овен коррекцию не дает, он просто делает сразу, думая, что он корректирует. А весы дадут тоже коррекцию, но будут такие мыслители, которые будут все время корректировать чью-то работу. Вот здесь такая коса на камень нашла, получается, да? Огонь и воздух. Огонь и воздух, они, в принципе, это неплохо. А огонь будет разогреваться воздухом. Овен часто любит весов. Им нравится женственность, естественно, такая венерианская, да, красивая, эстетично все. И приносят удачу. Обычно овну весы, женщины приносят удачу. А весы очень любят овнов тоже, потому что они яркие и как бы знают, что они хотят. Потому что овен должен верить в результат. Он импульсивный, он делает импульс, он делает самое главное. Это мысль и ее первая вспышка, да. Без этого ничего невозможно. Как был Big Bang, так когда мир стал расширяться, да, большой взрыв. Вот это есть Овен, это то, что необходимо при инициации любого дела. А весам это очень нравится. Вот эта решительность и уверенность, что нужно это сделать. У Овна есть эта решительность, уверенность, нужно это сделать. У весов нет никогда, они не знают, делать, не делать, делать, не делать. Ну, сделаю, потом посмотрю. А Овен уверен в результате. Это очень нравится весам. То есть это такой сексуальный очень тандем, но они могут в спальне любить друг друга, а вот на кухне ссориться, это такое может быть, потому что Овен очень, опять же, яркий, решительный, а весы нерешительные. И здесь, если люди не понимают эти особенности друг друга, могут ссориться. А если понимают, могут жить в мире. Хороший тандем, по идее. А дальше мы посмотрим Телец.
Вот здесь следующая карта, вот это телец. Вот эта золотая клетка может наводить вас на какие-то мысли, да? Вы сами можете подумать на эту тему. А я скажу, что когда весы с тельцами, конечно, это Венера дважды, да? Это очень, очень сильный союз. Это сильное притяжение, сексуальное, очень сильное. Это когда люди на одной волне. Да, но вместе с тем, например, в этом случае, видите, телец, он боится потерять, например, весы и оградил как бы от опасности для себя любимого, и в этом его проблема, потому что ну ничего нельзя сделать, для другого человека нельзя лишить свободы, но это так здесь без слов, хотя картинка, конечно, не передаст всего. Земля и воздух. Опять же скажу, что земля холодная, сухая, воздух мокрый, теплый, разные люди. Но именно вот как две половинки одного целого, да, здесь может быть любовь, но любовь такая немножко зависимая, потому что все-таки слишком люди похожи друг на друга, и где-то в сексуальном плане могут быть качели, может быть также ощущение такое, что я не знаю, зачем я с этим человеком, но я тоже не могу закончить эти отношения. Вот такое чувство. А затем, потому что Венера притягивает, да, одинаковая притягивает. И также эти люди, они очень красивые, может, внутренние и внешние. Эти люди любят одно и то же очень часто. У них много и совпадений. Много совпадений, но расхождение именно в том, как они делают вещи. Телец делает вещи по-своему, весы по-своему. Вот им можно быть вместе, но когда они что-то делают, лучше делать поодиночке, иначе один другого будет раздражать. Вот здесь такой намек вам. А теперь мы идем дальше, и мы смотрим близнецы. Вот такой здесь символ без слов. Смотрите. Какие-то пересуды идут, да, критика, не то что осуждение, но вот критичное отношение, где-то что-то, вот сплетни, вот такое все на этой карте. Но сплетни — это все свойственно, конечно, двум, если собираются оба близнец и весы, потому что и близнец, и весы, они, во-первых, воздушные оба, да, оба нервные немножко, оба неуверенные в себе, только по-разному. Близнецы не уверены в том, что им хорошо одному, им нужно подтверждение, что они существуют в другом человеке. Весы же нет, они уверены в себе, но они не уверены в своих поступках. И поэтому здесь вот идет сплетни, такие наговоры, вот такая вся вещь. Тандем любовный неплохой. Абсолютно неплохой, потому что воздух, да, одна стихия всегда хорошо, всегда. А люди будут иметь общее мнение, вот это что хорошо, общее мнение о разных ситуациях. Отношения любовные могут быть тонкие, но там чувственные, да, но вот страсть как-то у них не очень будет гореть, потому что и те, и другие не уверены, так что вот не будет лидера. Здесь у них не будет просто лидера, поэтому они могут подвергаться влиянию других, мнение другого. И вот нет лидера здесь. Это тяжело, когда нет в паре лидера. Ни один и ни другой лидером не хочет быть. Дальше мы посмотрим с вами. Здесь у нас идут рак, знак рак. Вот эта карта. Как вы видите, это очень счастливая семья. Например, там может быть, потому что ну, женщина рак, она всегда, не всегда, но часто она дает заботу другим. И это ее негативная часть, потому что вообще рак, я уже в других видео говорила, послушайте, пожалуйста, другие, если вам интересно. Человек со знака зодиака рак должен научиться удовлетворять свои потребности своими силами. А вот немножко такое негативное, это когда женщина рак или мужчина удовлетворяют других потребностей, но не свои. И это часто случается с раком. Здесь мужчина, если он, например, у вас рак, да, а вы весы. Если он рак, а вы весы. Что здесь происходит? Он будет заботиться о вас, о детях. Он будет такой слишком нежный. Сексуально недостаточно аттрактивный для вас. Хороший заботливый отец, хороший муж, но сексуально, к сожалению, вот знаете, мы не ценим тех, кто нас любит часто. Это вот такая ситуация. Здесь хорошая семья, но
постель не очень-то, может быть, да. Если мы посмотрим следующий знак, здесь пару слов, самое главное, я вам даю. Следующий знак – это лев. Тоже такая красота. Смотрите, сколько, где про весы, сколько красоты такой, да. Традиционно считается, весы дипломаты, хоть это не их не главное, абсолютно не главная характеристика, и часто весы абсолютно не дипломаты. А в этом случае свадьба, красота какая, да, весы и лев. Если мужчина ваш лев, вы его можете обожать за его страсть, за его красоту, за его умение артистично себя вести в постели. То есть, ну, в постели это артисты, тот, кто умеет это сделать, талант такой, да, артистичный. Вот у раков нет их, вот этого таланта часто. Ну, может быть, тоже, конечно, но меньше. У львов больше, конечно. Это люди, влюбленные в себя. Если люди влюбленные в себя, они, конечно, умеют влюбить в себя, да? Такой закон притяжения энергии. Подобное притягивает подобное, конечно. Закон алхимии. И здесь гордость такая, гордость мужчины, его гордость за свою мужскую функцию, скорее всего, притягивает очень весов. Весы любят, конечно, львов очень сильно. И это счастье, которое обещает людям жизни. Будет ли оно на самом деле? Well, рак это, вернее, лев это солнце и огонь, весы воздух. Конечно, огонь и воздух это хороший тандем. Но здесь, опять же, женщина может быть в зависимых отношениях, потому что она может всегда чувствовать, что ее мужчина, он слишком для нее, как бы не то, что красив слишком, а может быть слишком аттрактивен для других женщин. Здесь может быть ревность в будущем. По этой карте это девы и весы, это идеальный тандем. Просто идеальный, понимаете? Вообще дева, она со всеми идеально совершенно может. Она вообще редко разводится, потому что она понимает, что жизнь это вот такая духовность земная, и она приспосабливается. Если вы весы, например, а мужчина ваш дева, он такой человек рабочий, работает над отношениями, серьезный, ответственный. Ну, вы знаете, да, какая дева. Аналитично ответственный. Но вот эта ответственность, она же просто служит людям, да, служит вам. И готов работать. И это для него жизнь. Это удовольствие в работе. Опять зен-буддизм, напоминаю, что-то вроде этого. Это прекрасный тандем. Когда Меркурий покровительствует деве, и здесь идет речь о земном ощущении, и Венера покровительствует весам, речь идет о воздухе, то есть воздух и земля, на самом деле, вот смотрите, как интересно, воздух и земля разные совершенно стихии, да, и вот здесь в этом проявлении с Козерогом это сложнее, а с девой она намного легче, чем Козерог, поэтому здесь очень хорошие отношения, но они могут быть такие суховатые, здесь может быть мало страсти, и когда мало страсти у людей, если они хотят страсти, они страдают. А если они понимают это, они что-то с этим делают или же и так далее. А вот, и здесь, и когда вы понимаете, почему мало страсти, вы можете это либо принять, либо что-то с этим делать. Есть только два выхода вообще у нас у людей. Либо принять, либо с этим что-то делать. Вот здесь так пару самых-самых главных слов о том, как вы соответствуете друг другу по знакам зодиака. Можно найти все знаки на моем сайте, на моем канале, вернее. Нужно просто нажать на название канала, а потом нажать на раздел видео, и там будут все знаки подряд. Воспользуйтесь, конечно, этими знаниями, потому что, опять же, я понимаю, что каждый хочет только себя посмотреть. В этом есть проблема людей. Понимаете, потому что когда мы смотрим только себя, как мы можем надеяться, что мы будем соответствовать другим? Нужно понимать и себя, и других. Только тогда вы сможете добиться счастья и в карьере, и в любви. Это 100%. Так учит нас астрология, это не моя выдумка. А вас я очень люблю, обожаю. Я преподаю астрологию. Можно научиться у меня делать натальную карту самому. И Симбалон тоже систему преподаю, она классная. И уроки мои можно найти в описании каждого видео. Или же о канале, если зайдете на мой канал. А я с удовольствием буду вас видеть на моих следующих видео. Всем добра и любви!